Всем привет, друзья! Тренд на NFT продолжается, и те, кто следит за моим каналом уже давно, знают о том, что они могут принести приличный профит. Но их сейчас развелось так много, да и не все они ценные. Как же найти такие, которые были бы и ценными, и уникальными одновременно? И я как раз нашла для вас именно такой проект. И это G-Pods. Давайте посмотрим, в чем их особенность. G-Pods – это первая в мире 3D-коллекция из 6666 уникальных NFT мини-роботов на основе Tone блокчейн от Telegram. А его команда – это первая на всем пространстве NFT, которая смогла сделать коллекцию 3D-персонажей. Ведь сейчас те проекты, которые уже выпустили или собираются выпускать NFT на блокчейне Tone, создают самые обычные 2D-объекты. Их можно только поставить на аватарку, и все, никакой из них прибыли нет. В G-Pods все по-другому. Персонажи, роботы детально проработаны и сделаны в 3D. Именно такие и будут востребованными в метавселенных. И еще команда обещает выпустить принт-токены. Это такой STL-формат для печати на 3D-принтере, с помощью которых можно напечатать своего купленного робота. Все владельцы NFT получат уникальных трехмерных роботов, которые могут стать персонажами игр GameFi и Meta. Кстати, сам блокчейн Tone растет, и цена NFT также будет расти. Так что G-Pods – это отличное вложение прямо на старте. Рост популярности и капитализация G-Pods точно обеспечен. А еще NFT-роботы отличаются от других аналогов тем, что у них интересная мультяшность, и они выполнены в стиле Гундам. В успехе проекта можно не сомневаться, ведь команда состоит из настоящих профи. Они уже реализовали множество проектов, которые принесли успех. Поэтому им и удалось создать такие ценные NFT. Почему же команда выбрала именно сеть Tone? Здесь все просто, потому что у них классная инфраструктура, и она очень быстро развивается. Общая эмиссия роботов составляет всего 6666 эксклюзивных NFT. Кстати, в отличие от других проектов, которые предлагают купить редкие NFT по более высокой цене заранее, команда использует другой подход. В коллекции нельзя заранее приобрести более редких NFT-ботов, и у всех покупателей равные возможности получить своего редкого персонажа. Это же касается и самих разработчиков. Ни у кого нет особых привилегий. Все это прописано в смарт-контракте. Также будут выпускать отдельные токены с оружием. Их потом вы можете скрестить с роботом, и тогда у вас получится уникальный робот с мощным вооружением. Они будут еще более ценными. В сообществе постоянно проходят конкурсы и квесты среди участников. Кстати, сейчас проходит один из них с фондом $5000. Все, что вам нужно, это пригласить друзей в телеграм-канал по специальной ссылке, и вы можете выиграть одного робота, который на старте будет стоить 99 тонн или чуть больше $200. Вы спросите, а почему именно этот проект ждет успех на рынке NFT? Да это потому, что только он предлагает эксклюзивные NFT 3D-объекты, причем их выпущено очень мало, а чем меньше NFT, тем они ценнее. К тому же команда имеет богатый опыт продвижения разных платформ, так что в их способностях можно быть уверенным. Также очень важно, что у проекта невероятно дружелюбная комьюнити, которая помогает остальным участникам понять, что такое минт или же смарт-контракт. Комьюнити G-Pods – это одна большая семья. Вы просто посмотрите на их канал. Итак, G-Pods – это уникальный проект, который предлагает каждому из вас интересные и ценные NFT-роботы, которые будут востребованы в метавселенных. Владейте 3D-NFT-роботами и получайте профит. Также не забывайте, что у ребят сейчас проходит мега-конкурс с призовым фондом более $5000. У вас есть возможность выиграть NFT-робота. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием почту все ваше мнение и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!